Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Значит, у нее вышла тонкая копия, и у нее на голове одето что-то. До носа закрывает ей глаза, и она руками вперед делает, как слепая в основном одета. Колпак ей одели, да? Да. Хорошо. Он в ней находится, в биополе, правильно? Да. Отлично. Защищаю ее физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Наталью в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Натальи поднимайся в комнате диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Она не видит ничего, ругается. У тебя звук как-то булькает. Хорошо, она в комнате? Сейчас поднимаемся. Готово. Мы в комнате. Хорошо, мы приветствуем Наталью. Снимая с нее этот колпак. 1, 2, 3. Колпак уходит в клетку-тюрьму. Мы приветствуем Наталью. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Значит, у нее колпак вот этот, и он сам металлический, который идет до носа сверху. И от него, как фата, ее закрывает полностью пелена. Он в клетке сейчас. Все вместе в клетке, да? Да. Хорошо, выстраивает этого, а ждем разрешения. Наталья дает разрешение на чистку? Сейчас, подожди, она себя смотрит, щупает. Она как будто не видит нас в России. Наталья, вы меня видите? Вы меня слышите? Она кивает. Мы приветствуем вас. Нам нужно ваше разрешение на диагностику и чистку. Мы просим этого разрешения. Вы нам его даете? Дает. Я уже думал возвращать назад человека. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Натальи, под ногами. Никаких тел Натальи. Находит все. Колпак с фатой. Интересно. Но она не особо понимает, где она находится, честно сказать. Ей страшно немножко. Наталья, не бойтесь. Сейчас вы увидите, кто вас мучил. А мы как раз на хорошей стороне. Мы вам помогаем. Освобождая вас от этих сущностей, которых вы сейчас увидите. Каналы подсвечиваются. Ну, не спрут, дракон. Какой? Красный. Красный дракон, хорошо. Кто-то мимикрирует? Сейчас, подожди. Ну, демон, инсектоид и еще кто-то. Джин, по-моему, не. Синий, грустный, маленький какой-то. Считай цифру у демона над головой. 18. 18-герцовый демон. Красный дракон, считай цифры. 32-11. Хорошо, итак, у нас спрут, красный дракон, инзиктоид, демон и джин. Все правильно? Или еще кто-то есть? Спрут, красный дракон, инзиктоид, джин и демон, да. Считай цифру джина над головой. 4201. 4201. Ты еще синий или уже золотой джин? Синий. Синий. А что такой печальный? Расстроенный. А кто тебя расстроил? Жизнь у него сложная. Понятно. Хорошо, не буду лезть тебе в жизнь. Итак, мой вопрос конкретный. Кто установил этот колпак с фатой на голову? Дракон. Красный дракон. А почему ты это сделал, красный дракон? Хотел показать свою силу над человеком? Удобно ему так было. Он синхронизировался и жил в ней. Хорошо. Сколько находился ты в биополе, красный дракон? 13 лет. Хорошо. Начнем с реверса. Я буду задавать во время реверса вам вопросы. Вы на эти вопросы будете отвечать. Кто мне не будет отвечать на вопросы, или будет пытаться меня обманывать, или саботировать чистку, то на того будет сразу оказано воздействие. Я не желаю это делать, но даже не буду раздумывать, если вы меня обманете. Итак, я даю команду тонкой копии Натальи спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Спрут, сколько ты находился в биополе? 15. 15 лет. Инзиктоид, сколько ты находился в биополе? 3 года. Демон, сколько ты находился в биополе? 4. 4 года. И джин, сколько ты присутствовал в биополе? 2. 2 года. Хорошо, кто из вас еще присутствует в квартире?
Никто, может быть, Джин, но остальные никто. Хорошо. Ждем окончания реверса. Дима, ну ты будешь рассказывать мне свою историю? Как ты 4 года назад зашел, и как ты провоцируешь человека на постоянные скандалы, крики, агрессию? Не-не-не, ты сейчас не вешай на меня. Ну а как же ж не вешать? Всех собак. Это я зашел на крики. То есть эти крики, ты хочешь сказать, были до тебя, да? А чё, она как слепая, не знает, куда идет. Конечно, раздражала это ее. Ты был ответственен за боли в коленях? Колени и спина. Колени и спина, хорошо. И агрессия тоже твоя. Усиливал ее, я полагаю. Усиливал. Хорошо. Так, меня интересует, кто был ответственен за боли в горле, ком в горле и головная боль? Кто был ответственен? Там спрут сидел или дракон? Кто из вас? Конструкция. Чья? Дракона? Да, которую мы вытащили. Угу. Значит, это конструкция это все делала. Хорошо. Так. Реверс закончился. Отлично. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы. И в порядке реверса Наталья забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Пошла энергия по каналам. А я знаю, что возвращается от этой накидки. Слово идет рассудок. Дракон, ты меня удивляешь. Такой Она массив. Не могла рассудительно мыслить. У нее только эмоции работали. Понятно. Дракон, ты можешь как-то объяснить такое массивное воздействие? Или мне воздействовать на тебя, чтобы ты смог мне это объяснить? Дракон сделал себе дом внутри, полностью питался энергиями и не обращал внимания, что с ней происходит. Отлично. Достаю печать дракона, включаю на полную мощность. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть дракон. Не обращал внимания, я не буду на тебя обращать внимания. И посмотрим, чем это закончится, дракон. Насчет печати-то, она как гипнотизирует его голову, внушая ему что-то. Он начинает отрываться от земли, прыгать, но голова у него связана с этой печатью, и он визжать начинает. Хорошо, пусть задумается, прыгая по клетке, как было человеку, когда он обустраивался. Такое ощущение, что от печати ему передаются все законы их цивилизации. И он понимает свою ошибку. Какие-то старейшины появляются там, и да. Отлично, дракон. И вот как давит печать в голову, именно голова. Вера, какой ужасный звук. Я тебя каждое бульканье такое слышу. Не что знаешь. Мне делать? Ну, пока я понимаю то, что ты говоришь. Будем ждать. Тогда окончание сеанса, потом перезагрузим. Хорошо. Итак, ждем дракона, осознание его, роста. Интересно, можно такое дождаться от дракона? Ну, он просит отключить его. Выключаю печать дракона. Ну как, дракон? Что ты понял из этой лекции? Расскажи мне, пожалуйста. Он кричит, я больше не буду. Я не знаю. Я сегодня делаю запрос межгалактической полиции. Тебя проверят. Возможно, ты рецидивист какой-то и уже занимался такими вещами. Он говорит, что я слишком давно не был дома. Он говорит что? Что слишком давно не был дома. Угу. И это является какой-то уважительной причиной или как? Стал забывать законы. Хорошо, мы ждем окончания реверса. Забираем все назад. Все забрали, Вера? Да, закончил. Хорошо, начнем с Джина. Джин, выходить тебе не надо. Давай, собирай всю пыль, которую ты оставил в биополе. Приступай. Все свои подключки, все забирай. И докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проводиться несколько миллионов герц. Если хоть один проводочек, хоть один микрон вашей энергии будет в биополе, эта энергия ударит вас по каналам, и, возможно, вы сгорите в клетке-тюрьме. Я этого вам не желаю, поэтому рекомендую прислушаться к моим словам и все вытаскивать. Приступай, Джин. Но у нее пыль на руках, на да. Запястьях, ладошках. Сейчас хорошо слышно, отлично, да? И от пояса и вниз она закутана его пылью полностью. Джин, как это воздействие твоей пылью, как оно отражалось на ее физическом состоянии? Что она делала под воздействием твоей пыли? Рассказывай.
Он говорит, что я пытался ее заставить работать руки и ноги, чтобы работали у нее. Угу. Ну и как получилось? Много монет заработал на ней? Все в трубу уходило. Все в трубу уходило. Понятно, Как хорошо. бы я ни старался. А почему уходило в трубу, объясни. А, значит, он говорит, что она нестандартная и показывает на дракона. У нее много сил туда уходило. А, все понятно. То есть она была занята постоянно вот этим драконом и не могла делать то, что ты от нее хотел, я так полагаю, да? То есть там уже было не до работы, правильно? Да, поэтому я несчастный жен. Он разводит руками. Все Да почему забрал. ты несчастный? Я тебе предлагаю уйти на твою чистоту, и ты спокойно себе найдешь наверняка интереснее экземпляр. Для Джина это Я никогда... уже давно хотелось бы. Ну, Но возможности не было. Сейчас уже есть возможность. А почему не было? Ты синхронизирован был или что? Ну ладно, хорошо, оставим этот вопрос. Так, у нас следующий на очереди Спрут. Спрут, выходи. Подожди, он говорит, да. Что это не так легко для Джина. Мы не перепрыгиваем с одного на другого. А, ты привязан к вещи, конечно, да? Да. Понятно. Но если я тебя с этой вещью отправлю на твою чистоту? Да, да, пойдет так. Ну Как, вот, видишь. как я есть, так и отправлю. Хорошо, давай сделаем это. Только я тебе говорю сразу, нам пока не говорили за квартиру чистить, но если ты там присутствуешь, все равно уйди оттуда, потому что если я туда приду и встречу с тобой, поняв, что ты не ушел, тогда мы уже не будем так с тобой мило общаться. Я тебе просто дам шанс, а твое дело, как им воспользоваться. Спрут, я прошу тебя выйти, вытащить все, что ты оставил, отключиться полностью, отсосать всю жидкость, ничего не забывай. Приступай. И возвращайся в клетку, докладывая готовность к проверке. 15 лет – это прилично. Спрут, как ты воздействовал на человека? Потому что на голову это понятно. Это же какое воздействие? И дракон был красный, и спрут. Затылок, плечи. У него там, он взбивает там жидкость какую-то. Затылок и плечи, понятно. Да, ему эта жидкость нужна. Горло там же. Угу. Готово. Хорошо. Красный дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся. Проверяя, чтобы ничего не осталось. Возвращайся в клетку, докладывая готовность к проверке. Приступай. Она сейчас пришла в себя, тонкая копия. Она говорит, кто они такие? Мне больно, как он мне делает. Так, красный дракон, аккуратно все отключай. Иначе я тебе сделаю больно. Если ты повредишь тонкие тела, я тебя поврежу. Она говорит, что их я знаю, их я видела. Наталья, это и есть те, кто вас мучил. Она про Джина и... Демона говорит, а остальных не ощущал. Демона наверняка вы видели. Часто ей показывался демон? Ночью видела? Не скрывался. Не скрывался, понятно. А вы не дружили случайно там? С кем? С ней. Ну, есть такие, которые дружат. Я просто спрашиваю, я не знаю. Она не в себе была, как с ней дружить. Согласен. Хорошо. И это все красный дракон. Ну, я не знаю, это красный дракон. Ну, как садисты какой-то. Отключился. Хорошо. Индиктует, выходи. Вытаскивай свой инкубатор, отсасывай жидкость, отключайся полностью. Возвращайся в клетку. Давай. Инкубаторы соединены у нее. Подключены. А, еще и два инкубатора. Желтым и оранжевым тела. Демон, скажи мне, есть ли биополе лярвы? Ну как же. Ну, должны быть, конечно, да. Ты хочешь меня попросить, чтобы я эти лярвы тебе отдал? Когда ты будешь убирать все. Лярвы я люблю. Лярвы ты любишь, конечно. Значит, хорошо, демон, выходи. Вытаскивай сначала все, что ты оставил, и доложи мне на месте, что ты закончил. После этого я дам тебе отдельную команду на лярвы. Приступай. Как воздействовали твои подключки? Ну, мы уже поняли, это по ногам ты бил, да, демон? У него спина, да, внизу, от поясницы и ниже. Да. На коленях стоит крепеж и ниже на ноги. Крепеж стоит и ниже качели. Что? Качели. Качели. А, качели. Ну, опять звук булькает. Хорошо. Снял. Хорошо, демон, разрешаю тебе забрать все лярвы, ничего не забывай, приступай, возвращайся в клетку. У нее горло, низ живота и на ногах лярвы. В горле у нее как раз и болело. Низ живота и в ногах. Понятно. Черный или серый лярвы? Он говорит, что это сквернословие в горле. То есть, демон, я тебя правильно понимаю, ты пришел, когда уже было это сквернословие, ты просто это все утяжелял и
усиливал. Ну, понятно. Хорошо. Я ж просто знаю, вы приходите только на свою чистоту. А до тебя кто там сидел? Я ж такого же не может быть, что ты... Меньше сидел, выгнал я его. Бес или черт? Бес. Я вижу, да, понятно. Хорошо. Семигерцовый. Ну, с 18 герцами, конечно, ему не, как и ей, не справится, потому что ее вибрации, я полагаю, намного ниже 18. Иначе вся эта команда не чувствовала себя уютно в ее биополе. Он забрался. Да. Хорошо, отлично. Все забрали. Я даю команду на это число значение 100%. Знаешь, она начинает крутиться. Почему? Не знаю, таким образом синхронизация идет со всех точек. Понятно. Хорошо, бывает, возможно. Видать, хорошо синхронизирована была, раскрутится. Ну, там все долгожители, видишь? 13 лет, 15 лет. Готово. Отлично. Включаю внутренний белый свет. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Даю команду, подхожу, вернее, к Наталье, кладу руки на плечи и помогаю моей энергией. На счет 3 сжечь все каналы к интерферентам и их подключкам. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывается портал в галактическое ядро. Каналы улетают на переработку. Закрываем. Опечатываем, растворяем. Готово. Хорошо. Так, все мы забрали. Каналы отстегнули. Проверку все прошли. Буду отпускать. Хорошо. Джин, я тебя тогда отпускаю на твою чистоту, но ты меня услышал. Больше в тот дом не приходи. Услышал. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. 1, 2, 3. И Джин забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, демон нам все рассказал. Он и получил то, что он хотел. Готов уходить, демон? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя из того огненную пентаграмму. Готов. Инзиктоид, готов уходить? Готов. Ты все понял, сюда не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инзиктоида. 1, 2, 3. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Хорошо. Спрут. 15 лет. Это много. Не приходи больше в это биополе. Все понял? Да, он понял. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте спрута. 1, 2, 3. Спрут забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо. Из конструкции мы все забрали, да, Вера? Да. Под ней открывается портал в галактическое ядро, и конструкция уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, красный дракон, что мне с тобой делать? Он все понял, он просит на первый раз. Я хочу получить от тебя слово красного дракона, что больше никогда в это биополе не придешь. Даю слово. Я красного дракона не только в это биополе, но и в матрицу Земли. Я долго не приду. Хорошо, меня устраивает такой ответ. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. 1, 2, 3. Красный дракон уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, поехали по частотам. Хорошо, Наталья, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно чувствую. Я даже дышать стала по-другому. В гармонии нахожусь. И хочу передать... Пожалуйста. Для себя на земле, что моя душа сальдобарана. Вот как. Хорошо. Передадим обязательно эту благодарю информацию. Благодарю за мою чистку. Оставайтесь чисты и, пожалуйста, обратите внимание на то, что вы говорите. Любое злое слово, любая энергия, посылаемая в чью-то сторону, она возвращается всегда назад. Во много раз сильнее. Примите это к сведению. Если вы хотите больше узнать о себе, вы можете заказать чистку, встречу с куратором, и придет куратор, если вы будете готовы задать ему 10 вопросов, он ответит вам на все ваши вопросы. Но мне кажется, вам сначала нужно переслушать этот сеанс пару раз и понять причины подключек всех этих интерферентов, чтобы это предотвратить в будущем. Благодарю за совет. Во благо. И для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Натальи в систему биоробот-душа. Заводим.
Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Да, я на месте.